Интересно мне. Штрафуют? Да? Ага. Из-за чего? Закона? Нет, просто интересно. Ну, люди... Ну, люди на хлеб зарабатывают. Они не воруют, не обманывают. Закон еще не отменили. Если нет, понятно. Не придется. Есть очень много других административных правонарушений, которые люди совершают, на которые вы глаза закрываете. А здесь что люди вы? Просто что хотят... Вы? Хотят... Ну, что полиция, вы? Полиция. Кто именно я? Ну, вы в целом орган, как представляете. А вы? Я просто говорю, что люди на хлеб зарабатывают, а хотят деньги заработать, как вот. Они не воруют, не этот. И вы должны об этом думать. То есть какая-то в ваших действиях должна быть логика. Вы понимаете, если бы они воровали, не по логике. Да, вы должны для людей работать, понимаете? Для Что, людей. Они нарушали, мы должны глаза закрыть, да? Это не нарушение, а это предпринимательство, это основа жизнедеятельности человека. Человек зарабатывает на свое пропитание, чтобы детей. Как вас зовут? Как меня Мурат зовут. Мурат, вон там снимайте, не мешайте моей деятельности. Все хорошо. Вон, дальше, хорошо. Я с вами просто в диалог. Вы ко мне обратились, я вам объяснил. Я понял. Вот свою позицию я объяснил. Ваша позиция понятна. Вон там стойте и снимайте, не проблема. А почему я хочу здесь стоять? Вы мне, Миш, я не могу здесь стоять, что ли? Вы ограничиваете?